Добрый день! Сегодня хотел бы поговорить о такой замечательной функции, как запаривание веников. Многие люди запаривают веники каждый своим способом. Я раньше замачивал веник с вечера и ложил в полиэтиленовый черный пакет. Потом поутру его доставал и над печкой уже встряхивал. Сейчас у меня стоит печь Ишкомцентр ВВД 12-киловаттная с парогенератором. И к этой печи идет в стандартной комплектации веника-запариватель. Вот. Есть специальный отвод, который отводит пар. И можно купить ихний веника-запариватель. У меня уже был обзор. Я сделал этот веника-запариватель сам. Подключается трубка с паром, кран идет. Сначала я сделал так, как это сделано у компании Ишкомцентр ВВД. То есть взял и ящик из нержавейки, сверху сделал крышечку, просверлил отверстие, завел кран для пара и с нержавейки сделал решеточку. Вот сейчас идет пар. С нержавейки сделал решеточку и сливное отверстие для слива воды. Вот. В процессе эксплуатации было мне не очень удобно снимать сверху крышку и ложить туда веники вот таким образом. Это первое. И второе бывало, что клиенты приезжали или гости, оставляли там веники и забывали, не сказав мне. И было очень плохо убираться, туда рукой долазить. Что я придумал? Я взял стекло от газовой печки, вырезал середину в этом ящике, разметил, заварил крышку намертво, чтобы она не двигалась, приварил из нержавейки вот такие вот трубочки, петли поставил, которые держат стекло, и само стекло обрамил в алюминиевый профиль, это от раздвижек, от шкаф-купе. Поставил вот такую ручку, это оконная ручка, которая применяется для того, чтобы вашу створку не могли воры взломать. И получается, вы ее сейчас поворачиваете, берете за алюминиевый профиль, он не греется, открываете это все. И вот мы видим, пожалуйста, у меня сеточка вот такая сделана из нержавейки. Вот сливное отверстие и заведен кран. И получается очень удобно. Мы берем веник, смачиваем и ставим любой из частей либо ручкой вниз, либо листвой вниз. Здесь просверленные отверстия, через которые выходит аромат, воздух и наполняет парилку на очень хорошим запахом. Закрывается, стекло с печки имеет вот такое окно, и вы видите, в каком состоянии у вас веник. Удобно, хорошо и красиво. Открываем кран, и туда начинает поступать печь, из печи пар, если у вас печь с парогенератором. Вот пар уже начинает идти, вот мы его видим. Наливаем водички на дно, и идет пар. Очень удобная конструкция, хорошо убираться. Вы достали веник, достали заглушечку, слили воду, помыли все и назад закрыли. Вот такой веникозапариватель у меня самодельный, удобный, со смотровым окном. Спасибо большое за то, что смотрели, кому пригодится, пожалуйста, делайте. Очень удобно и хорошо.